Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья! У аппарата Зоди, на аппарате Тори Дори. Новая медитативная point-and-click игра, в которой нам предстоит искать различия на красиво выполненных диорамах. Подобные игры мы с вами уже рассматривали на канале, нам они понравились, поэтому запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья, давайте взглянем и на эту игру тоже. Игра выйдет 6 числа, мне ее прислал Коичи Маданбаши, надеюсь, правильно произнес это имя. Большое тебе спасибо за игру. Я люблю такие игры. Сразу же хочу вам показать в настройках, я здесь заметил. Есть вот такие две настройки, очень удобные, которые до этого я не встречал в таких играх. Вот настройка, которая позволяет выбрать, как будут отображаться различия. Ну, то есть, когда мы найдем, само собой, какое-то отличие, как мы будем его видеть? Это удобно. Контуры частицы по умолчанию стоит. Есть только контуры, свечение частицы, только свечение, либо замена объекта на другой вообще. То есть, белого кота, к примеру, на черного заменит. Ну, пускай будет по умолчанию контуры частицы, допустим, и эффект. Как будет отображаться эффект нахождения различий? Звук и частицы, только частицы, либо вообще без ничего. Пускай будет по умолчанию звук и частицы, уже поиграв в игре, мы сможем точнее знать, что нам вообще хочется. Давайте будем играть, посмотрим. Так. Первая диорама. Обучающая. Добро пожаловать! Вы очутились в застывшем моменте времени. Чтобы узнать продолжение истории, вам потребуется найти 5 отличий. Давайте пройдем небольшое обучение, чтобы вам было комфортно играть. Хорошо? Используйте левую кнопку мыши или клавишу WASD, чтобы вращать камеру вокруг диорамы или менять угол наклона. Очень удобно играть, можно даже чисто мышкой вообще, не трогая клавиатуру. Да, отлично. Что мне нужно делать? Ага, правую кнопку мыши мы можем использовать или клавиши WASD с зажатой клавишей Shift, чтобы менять угол обзора. Чем ближе камера к диораме, тем на больший угол можно повернуть. Колесиком мы можем приближать, отдалять, центрировать средней кнопкой мыши. Прокрутку колесика это мы уже с вами сделали. Если вы затрудняетесь найти различия, каждые 30 секунд вы можете использовать подсказку в правом верхнем углу. А если она вам не требуется, то ее можно отключить в настройках. А теперь попробуйте найти отличия. Они могут отличаться по 5 категориям. Место расположения, цвет, размер, отсутствие предмета, замененные предметы. На данной диораме представлены все варианты отличий. Отлично, это нас сейчас хорошенько так обучит. Получено достижение, хорошее обучение, хорошее образование. Так, ну давайте посмотрим. Ох, здесь сколько котеек. Я уже вижу, здесь котейка отличается. Вот. Получено достижение Piece of Cake. Ну да. Это игра, в которой вообще не нужно спешить, просто расслабиться, играть в свое удовольствие. Я могу как тут, как так и тут кликнуть, если я правильно понимаю. Давайте вот здесь проверим. Да, действительно. Эти игры прекрасно подходят в качестве таймкиллеров, просто чтобы расслабиться во время работы, отдохнуть буквально 5 или 10 минут, открыть игру. Подобные игры желательно всегда иметь на компьютере хотя бы одну какую-нибудь игру установленную, просто вот чтобы, когда устал и хочешь расслабиться, открыл игру и просто минут 5 или 10 поиграл. Вот так вот спокойненько, не спеша. Без каких-либо вообще ограничений. Вижу. Бумс.
Мы нашли 3 из 5. Справа у нас есть кнопка подсказки. Раз в полминуты можно ее использовать, но желательно, да и интереснее всего, стараться своими силами найти. Это уже в критический момент, если понимаешь, что ну не можешь найти что-то. Тогда, конечно, воспользуешься подсказкой, но лучше не надо. Что, если мы войдем сюда? Часто бывает, получается найти что-то, именно отдалившись максимально далеко. Проверяю высоту, где висят вот эти вот лампы, висят растения. Да нет, вроде все одинаково, вроде бы. Вы посмотрите, сразу же в обучении, а я не могу найти. Что ж такое? Что же будет дальше? Ага, понял, вот эта игрушка кошачья расположена неправильно. Нужно под разными углами обзора осматривать всю локацию, всю диораму. Диорама, кстати, довольно симпатично выполнена, в таком низкополигональном стиле, но симпатично. А вижу, лапка, коврик неправильно расположен. Готово, получено еще 2 достижения. Так. А это та же диорама, только уже предметы немножко другие, люди пропали. Ну, то есть, по сути, комната та же, но чуть-чуть измененная, скажем так. Ладно. Будем искать, давайте вначале издалека взглянем. Вот по растениям, допустим, по вот этим лампам, они вроде одинаковые. Иногда вот так издалека как раз замечаешь очень хорошо. Вот нашел различие. Пумс, цвет не тот. А вот что-то тут справа отсутствует. А котейка. Вот, а здесь он ниже. 3 различия прямо вот издалека нашел. Отлично. А перышко или что это вот здесь, смотрите, справа коричневое, а здесь нет. Вот. 4 различия уже нашел. Вряд ли я и 5 найду таким образом. Так, мышка на месте. Вроде бы все совпадает. А вроде бы, ладно, давайте повернем.
растения одинаковые? Четыре различия нашел очень легко. А вот последнее, пятое, сложновато. Стоп, нашел. Нашел, вот здесь вот лапка должна быть. Еще два достижения дали сразу. Ух ты! Новый год! Вот это интересно! Вот этот уровень я бы с удовольствием прошел бы перед Новым годом. Вот с удовольствием прям. Кстати, мне очень интересно, сколько всего в игре уровней, насколько она длинная. Ну, звезда, размер не совпадает. Так, вот, еще различия нашел. Смотрите, как интересно сделали диораму. Стены как будто стенки коробки вот в стороны. Раз так. Ну, смотрится, по крайней мере, очень симпатично. Мне нравится. Так, проверяю гирлянду. Ну, лампочки, конечно же, каждую лампочку проверять, надеюсь, не нужно. Но вот висюльки хотя бы... Бантики. Стоп, посмотрите, оно еще и распадается вот так вот, чтобы мы лучший обзор имели. Класс. Так, подушка не совпадает, нашел. Стульчик. Одно еще осталось нам различие найти. Дед Мороз вроде. И там одинаковый. Посмотрим на елочные игрушки. По-моему, совпадают. А если так, с этой стороны? Тоже вроде бы совпадают. Конфетка сломанная, смотрите, здесь лежит. Оп.
А там нету справа. Так, Новый год, дети подарки открывают. Празднуют, отлично. Давайте первым делом осмотрим стены, я думаю, так будет удобнее всего. А тут собачка играет на пианино им. А вот отличие одно. Бумс. Чашка не совпадает. Вот так вот хорошо. А котейка тут, подарочки. Так, ну теперь нужно повнимательнее уже. Ох, сколько игрушек. Машинка, мотоцикл, мишка, автобус. Так, вот нашел еще отличие. Подушка передвинута. Еще одно. Тут вроде все совпадает. Может, с другой стороны елку осмотреть нужно? Вроде бы игрушки все совпадают.
Что же я не замечаю? Вроде уже все осмотрел. Что ж такое? Что-то я не замечаю. В том-то и дело, осмотрел-то вроде уже прям каждую деталь. А, это котейка, это не собака. Вот пробую разные углы, но все равно не замечаю чего-то я. Так, ну прям любопытно, что это я не могу заметить? Что я не могу найти? В коробке пусто. Гирлянда вроде совпадает. Бантик есть и там, и там. Стоп, кажется, что-то я заметил. А вот игрушка лишняя. Отлично. И достижения еще дожидали. Счастливого Рождества, хо-хо-хо.
Вот мы нашли с вами, ребята, 5 различий. Превосходно. Тоже красивая диорама. Но давайте мы вернемся с вами в меню, посмотрим, что у нас по уровням вообще. Так, то есть здесь мы выбираем, скажем так, не каждую диораму, а комплект. То есть первоначальный комплект обучающий с котейками, скажем так, кошачий комплект. Потом идет комплект новогодний, потом комплект с динозаврами. И неизвестно, сколько еще их будет. Тут какой-то маяк, интересно. Площадь большая, может быть, их много. Кстати, на это я и надеюсь. Но здесь мы с вами, ребята, уже прервемся и подведем итоги по поводу этой игры. Игра классная, это та игра, которую я смело буду рекомендовать всем, кто любит игры для отдыха, кто любит что-нибудь, чтобы зайти в игру и просто отдохнуть 5 минут, 10 минут между работой. Это классно. То есть, по сути, такой таймкиллер, при этом нет никаких ограничений. Кликать можешь сколько хочешь, куда хочешь. Управление очень удобное. Я вообще не притрагивался к клавиатуре, исключительно мышкой. Очень удобно. То есть, опять-таки, помогает расслабиться и отдохнуть. Игра приятно выглядит, игра приятно звучит. Вообще никаких претензий у меня нет к ней. Вот абсолютно. Захочешь к чему-нибудь придраться, а не сможешь. Отличная игра, мне нравится. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. А как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья, встретимся в новых, замечательных прохождениях. Пока-пока.